Эйген Шауман, финский чиновник, известен тем, что смертельно ранил генерал-адъютанта Николая Ивановича Бобрикова, генерал-губернатора Финляндии и командующего войсками Финляндского военного округа в 1898-1904 годах. Эйген Вальдемар Евгений Владимирович Шауман родился 10 мая 1875 года в Харькове, Российская империя, происходил из семьи финских шведов. Был сыном начальника Вазовской губернии, затем сенатора Финляндского сената, генерал-лейтенанта, переименованного в 1899 году в тайные советники, Федора Оскаровича Фредерика Вальдемара Шаумана, вышедшего в отставку в 1900 году. Шауман, бывший служащий в финском сенате, а позже чиновник Главного управления учебных заведений в Финляндии, принял решение убить генерала-губернатора, вызывавшего ненависть финской общественности своей русификаторской политикой. 16 июня 1904 года он подкараулил в здании сената Бобрикова, направлявшегося на заседание, и трижды выстрелил в него из браунинга, смертельно ранив. Одна пуля попала в шею не опасно, другая контузила, попав в орден, третья в живот. Сам Шауман застрелился сразу же после покушения, ему было 29 лет. После своего поступка Шауман стал национальным героем Финляндии. На месте покушения в коридоре Сената Финляндии появилась мемориальная доска, гласящая, что он отдал жизнь за свою страну. А могила Шаумана в Порвоо стала святым местом для многих финнов. Тем не менее, официально национальным героем он так и не стал. А в 2004 году премьер-министр Финляндии Мати Ванханен осудил его поступок и назвал Шаумана террористом.